Молодежные тенденции в моде весны-лето-осени 2021-2022 года для девушек. Создавай коллекции одежды для подростков сезона весна-лето-осень 2021-2022 года, дизайнеры делали ставку на динамичность, максимальный комфорт, отсутствие скованности движений. Повседневная одежда подростков должна быть универсальной, подходить для различных жизненных ситуаций. Дизайнеры провозгласили в 2021-2022 году возвращение к стильному беспроигрышному тандему, спортивная одежда с тонким намеком на элементы современного танца и, конечно же, классика. Что же модного приготовили трендсеттеры для подростков на весну-лето-осень 2021-2022 года? Законодателям подростковой одежды нелегко найти компромисс между противоречивыми желаниями требовательных юных покупателей и их стремлением выделиться. Но решение простой задачи иногда приводит к созданию интересных остромодных подростковых нарядов. Например, ансамбль в стиле хип-хоп, приправленный дыханием нарочитого романтизма. Подростковая мода весна-лето-осень 2021-2022 года – общие тенденции. Джинсовое разнообразие в сезоне весна, лето, осень, зима 2021-2022 года джинсовая ткань не сдает передовых позиций. Новое поколение джинсов одинаково любимое подростками, девочками и подростками, мальчиками. По-прежнему будут модными джинсовые куртки, прямые джинсы и брюки-дудочки с различными декоративными элементами, аппликациями, яркими графическими принтами, вышивкой, эффектом рваной или полинявшей ткани, с прорезями и дырками. Прямо джинсовое произведение искусства. Завершит образ свитшот с оригинальным принтом или вязаный ажурный свитер. Особо изысканный образ для девушки – джинсы с лампасами вдоль ноги в симбиозе с шифоновой или гипюрной блузкой и аксессуарами в подчеркнуто романтическом стиле. Уравновесить образ поможет обувь на высоком каблуке. Но кружевной деним не следует носить юным леди в школу. Джинсы представлены в коллекциях Tommy Hilfiger Kids, Machina Kids, коллекции немецкого бренда Broadway, Armani Junior. Гранж как тренд подростковой одежды – вечный и всегда актуальный стиль гранж с его эклектичностью и многослойностью давно вошел в молодежную моду. Дерзкий и провокационный, он отражает стремление подростков к самовыражению и провокациям. Для одежды в стиле гранж, которую шьют исключительно из качественных материалов, характерны заплатки, дыры, торчащие нитки, спущенные петли на пиджаках и свитерах. Это бренды от Alexander McQueen, River Island, линейка молодежной одежды Zara. Модный молодежный тренд 3D принт. Модные вещи и аксессуары с невероятными принтами и узорами будут актуальны в сезоне весна-лето-осень 2021-2022 года, как и у взрослой аудитории. Сохраняется мода на клетку, горошек, полоски, геометрические фигуры, загадочные фантазийные или этнические мотивы, растительные животные рисунки, яркие надписи. Детская одежда, которую подготовили модельеры, богата изображениями мультяшек и героев комиксов. Модным трендом в коллекциях для подростков стала жаккардовая ткань и принт, имитирующий жаккард. Однотонные вещи в коллекциях для подростков не уступают своих позиций. Главное, чтобы они сочетались между собой и дополняли образ. Оригинальный тибетский принт представлен в детской коллекции Kinsa Kids, а линейка одежды P. Paul Smith Jr. привлечет внимание юных модников геометрическим узором. Веселый весенне-летний настрой придаст коллекции Dolce & Gabbana Kids с цветочным принтом и яркими оттенками тканей. Снова популярна английская клетка, зарекомендовавшая себя как элемент школьного стиля. Модельеры продолжают создавать детские бренды с этим принтом. Выбрать одежду с модной британской клеткой предлагают такие модные дома, как Ad Junior, DSQYE2, Guess Kids, взрослая детская одежда. От Ralph Lauren и линия одежды с хулиганскими нотками от Jean-Paul Gaultier. Хитом молодежной моды будет образ лондонского дэнди. Белая рубашка, блейзер, вельветовые брюки, классические туфли и кожаный портфель эффектно выделят юного модника. Элементы мужского стиля в одежде для девушек не выходят из моды. Выбирая рубашку, блейзер, брюки, следует отдать предпочтение строгому фасону. К мальчишескому образу подойдут оксфорды, лауферы, ботинки с вшитыми носками. Девочка в кружевном наряде, кардигане пудровых оттенков, в берете пончо станет настоящей леди. Английский стиль перекочевал и в школьную форму коллекции одежды от Machina Kids, Ralph Lauren Kids.
Мода на весну, лето, осень 2021-2022 года для девушек-подростков. Девушкам-модельер предлагают носить легкие платья и джинсовые сарафаны с летними сапогами и кожаными куртками. Тонкая ткань, шифон, неизменная в весенне-осеннем и летнем сезоне 2021-2022 кружева создадут романтический образ, как, например, в коллекции Анна Сай. Однотонные платья от Алис плюс Оливия с отложными воротниками, прямым силуэтом, выполненные в сдержанных цветах, создадут благонадежный образ отличницы, но с оттенком азарства и беспечности. Образы 2021-2022 для девочек-подростков. Подростковая мода на весну, лето, осень, зима 2021-2022 года для девочек-подростков. Фото. Хитом для подростков девочек будет вышивка на платьях, прямой крой которых напоминает длинную льняную рубашку. Платья, как у славянок, украшенные вышивкой, дизайнеры предлагают носить с обувью на платформе. Стилисты бренда Forever 21 создали удачные образы с вышитыми платьями и грубыми ботинками. Молодежные гардеробы девочек пополнятся платьями совершенно новых очертаний. Модами будут в сезоне весна-лето-осень 2021-2022 джинсовые сарафаны модели с цветочным принтом. Помимо этого, огромной популярностью продолжают пользоваться изделия с мелким рисунком. Цветочные платья гармоничны в разных модных образах. Романтический образ завершат классические лодочки и легкая накидка. Дерзости образу прибавят косуха и кеды. Для школы подойдут платья в деловом стиле. Подростковая мода на весну, лето, осень 2021-2022 года для мальчиков, подростков и парней. Мальчикам стилисты предлагают обратить внимание на рок-стиль, характеризующий подростковую одежду сезона весна-лето-осень-зима 2021-2022 года. Верх из кожи или с включением кожаных вставок, рубашка в клетку или футболка с принтом, низ, снова актуальные варенки, джинсы с потертостями, металлическими декоративными элементами. Образ будет более гармонично смотреться, если подобрать неброский головной убор. В наряды для мальчиков стилисты советуют включать цветные пятна, напоминающие мелкий растительный принт, трехмерные вставки или геометрические фигуры. Такая одежда представлена в коллекциях домов моды Dolce & Gabbana, Encore, Reiss, Hitchhiker. Фото модной одежды для молодых парней. Модная обувь для подростков на весну, лето, осень 2021. Модная обувь для подростков в сезоне весна-лето-осень-зиму 2021-2022, сникерсы. Девушкам стилисты рекомендуют шпильку. Модной остается обувь на тракторной подошве, слепоны, балетки. Круглый носок туфель вместе с острым недлинным встречаются одинаково часто в молодежных коллекциях. Туфли для девочек украшают пайетки, бантики, ленточки, бусины. Мальчикам стилисты предлагают носить кеды, кроссовки, мокасины. Подойдет обувь с ярким декором и интересных расцветок. Обувь для парней и мода для девочек 10-12 лет весной, летом, осенью, зимой 2021-2022 года. Взрослая мода накладывает свой отпечаток на подростковую. Не случайно модные дома при создании детских коллекций ориентируются на собственные линейки одежды для взрослых. Принты, цвета и фасоны перекликаются по стилю. Но молодежные тренды живут по собственным законам. Их особенность – стремление к новизне и подражание идеалам. Что можно носить молодежи весной, летом, осенью, зимой 2021-2022 года – советы стилистов. При создании модного образа для подростка дизайнеры советуют делать ставку на одно использование практичных расцветок милитари. Различные оттенки серого, что позволит сочетать одежду с необычными гламурными аксессуарами, два объединения в образе смелых комбинаций, камуфляж и бисерная вышивка, или смелый яркий принт на одежде сдержанного цвета, три использования сложных цветов и многослойностей. Модными будут вещи в различных цветовых вариантах, ослепительно-белоснежные, одежда в фиолетовых оттенках, серых, бирюзовых, ягодных, оранжевых, желтых, синих, коралловых. Для мальчиков дизайнеры рекомендуют подбирать светлые оттенки. 4. При создании подросткового образа немаловажную роль играют аксессуары, пояса с ярким орнаментом, шарфы, необычные и классические. Сумки и портфели. 5. Подбирая гардероб для юного модника, важно исключить из него взрослые элементы, иначе стильный подростковый образ не будет выглядеть гармонично. 6. Ставка на яркие аксессуары, обувь и бижутерию. 7. Узкие брюки для девочек сочетаются
с летящими свободными топами 8 приветствуются рюкзаки с кошачьими мордочками, сумки с длинными ремешками из меха, а также подобранные в тон основной одежды.